Всем привет! А вот и уникальные сочинские фавелы. Раньше тут по обе стороны стояли гаражи. Собственники соединили их и построили эксклюзивные лендхаусы на берегу Черного моря. Это такие сблокированные группы из трехэтажных домов, разнотипных архитектурных фасадов и внутренней планировки. Каждый из таких домов имеет отдельный вход и гараж. На крыше лендхаусов имеются небольшие балкончики с диванами и столиками, а у кого-то продолжение четвертого этажа с мансардой. В передней части жилых гаражей можно классно провести время. Есть своя зона для прогулки и барбекю. Можно пожарить шашлыки и встретить закат. На территории имеется также бар и продуктовый магазин. Вдоль дома понад берегом когда-то было аккуратно выложены бетонные плиты с выходом к морю. С годами сильные волны во время шторма все разрушили, оставив за собой руины прошлого. Зато сохранились ступеньки, по которым удобно спуститься и порыбачить. Место для купания здесь не оборудовано, поэтому до общественного пляжа придется немного пройтись, примерно 150 метров. С внутренней части лендхаусов почти у каждого входа установлены козырьки или беседки, где жильцы эксклюзивного дома паркуют свои автомобили. Вокруг высажены различные экзотические растения. Здесь и для гостей курорта найдется местечко в уютном гостевом доме. Я обошла весь дом и наткнулась на баннер с номером телефона о продаже жилого гаража. Так что, если кого заинтересовало данное место, ищите на карте. А у меня все. Всем пока-пока!